Семья – начало всех начал. Это дом, любовь и заботы, труды и радости, привычки и традиции. Семья – это родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь, где родители и дети создают свой неповторимый уют. Будет ли или нет счастье в семье, зависит от каждого члена семьи. Но самая главная ответственность ложится, конечно же, на родителей. В преддверии Дня семьи в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова в ауле Кашихабль комплексный центр социального обслуживания населения совместно с районным союзом женщин провели конкурсное спортивное мероприятие «Всей семьей на выходной». В ней участвовали 3 семьи из Кашихабльского района. Дети и их родители приняли активное участие во всех конкурсах и играх. Очень приятно сегодня видеть такие прекрасные семьи. Спорт – это здоровье, это внимание, это забота каждого члена семьи друг с другом. Так что поздравляю вас сегодня с таким хорошим началом ежегодного турнира спортивного. Все зрители видели, как детки очень старались, но надо подводить итоги. Кому первое, второе, третье место? Главное участие. Да, так что сегодня очень активно выступала семья Радченко, и она победила во всех конкурсных номинациях. Мы вас поздравляем. В ходе состязаний семейные команды боролись за право называться самой дружной и активной. Участники проявили упорство и силу в достижении лучших результатов конкурсных задач. Мероприятие прошло в теплой атмосфере поддержки и единения. Каждая из команд получила заряд бодрости, хорошее настроение и положительные эмоции. В первую очередь хочу действительно поздравить с замечательным праздником и выразить благодарность семьям, которые участвовали в сегодняшнем мероприятии. Нужно иметь смелость, чтобы прийти всей семьей и участвовать. Это отрадно видеть. Спорт – норма жизни, современное веяние. Мы рады вас всех видеть. И, надеюсь, такие же показатели будут в республиканском конкурсе. В результате веселых спортивных состязаний победу одержала семья Радченко из Натырбовского сельского поселения. Вторыми стали семья Шиджирай, Кашихабльское сельское поселение. А третье место заняла семья Кушховых, Кашихабльское сельское поселение. Сегодняшнее мероприятие – это запланированное мероприятие. Всей семьей на выходной – это большой семейный спортивный праздник, и мы проводим каждый год в такое время. То, что сегодня происходило, это на районном уровне. Мы выявляли лучшие семьи для того, чтобы победители участвовали в республиканском конкурсе «Шаг навстречу», где будет проходить в Красногвардейском районе 15 мая. И вот наши семьи, особенно вот семья Радченко, которая блестяще тут выступила, мы надеемся на их плодотворное участие. И этот праздник как бы грандиозен для нашего министерства, для нашего центра. И мы рады приветствовать вот на своей территории семьи, команды. И этот праздник значим для нас и для всего района. И спорт – норма жизни, участие семей в таких мероприятиях. Отрадно это все видеть, их отношение ко всему этому. Все команды были награждены грамотами и ценными подарками. Семья-победитель будет представлять район на республиканских соревнованиях.